representing Canada, Keegan Messing. На чемпионате мира по фигурному катанию практически пришло время показать вам спортсменов, которые поднялись на пьедестал почета. Уже следующим номером вы увидите бронзовых призеров в парном катании из России. А сейчас настоящий канадский шоумен, который родом с Аляски. Киган Мессинг. Ковбой, вашему вниманию. Еще один шоумен для вас только что представил свою программу. Тем самым завершает свое участие в чемпионате мира, который в эти дни проходил здесь, в шведском Стокгольме. Ну, настоящий артист на льду, вы знаете, вот я бы его назвал еще, охарактеризовал бы его как фигуриста-батарейку. Его невозможно остановить. Конечно, суперская произвольная программа под рок-балладу «Guns N' Roses». Я только вот представляю, что бы здесь происходило в этой Глобен-арене, если бы она полностью была наполнена зрителем. И сейчас, вы знаете, даже вот во время гала-концерта нет зрителей, но все равно мы здесь на комментаторских позициях начинаем как бы в такт его пританцовывать. Конечно, вот рядом итальянские коллеги делают то же самое.